В Пятигорском краеведческом музее и молодежном центре Спасского кафедрального собора открылись выставки, посвященные 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Подробнее об экспозициях в сюжете наших коллег. Святого благоверного великого князя Александра Невского уже несколько веков живет не только в молитвах, но и в многочисленных святынях Руси. В Пятигорской епархии в честь святого воздвигнуто 8 храмов и часовен. Вот здесь показано на картах, мы выделили все наши вот эти храмы имени, и храмы, и часовни, и все, которые действуют на территории нашего благословенного Кавказа или Пятигорской черкесской епархии, с указанием, перечислением здесь и, как вы видите, расположение. Выставка к 800-летию со дня рождения государственного деятеля, полководца и благоверного князя, открывшаяся в Пятигорском краеведческом музее, носит название «Образ, храмы, памятники и святыни Александра Невского на благословенном Кавказе». В экспозиции представлено 6 блоков, посвященных личности Александра Невского, почитанию национального героя, кавалерам наград в честь полководца, современному отношению к великому князю. Благодаря ему были заложены основы европейской политики. Он не только отразил нападение шведов и немцев, он смог подтвердить статусность древнерусских земель, которые находились в фактическом вассальном подчинении по отношению к Золотой Орде, но он подтвердил их статус как статус равноправного субъекта в диалоге с европейскими государствами того времени. На торжественную церемонию собрались священнослужители во главе с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом, казаки, школьники Кавказских минеральных вод, молодежь, для которой главным образом и собиралась экспозиция. Молодое поколение должно знать правдивую историю своей страны. Двум датам новейшего периода, 30-летию возрождения казачества и 10-летию Пятигорской епархии, посвящена выставка, организованная Ставропольским краевым отделением Союза художников России под названием «На рубеже». В молодежном центре Спасского кафедрального собора Пятигорска представлено более 50 работ, отражающих различные стороны отечественной истории, этнографии и культуры. Уметь заметить надежду в глазах человека, уметь заметить веру в душе человека может только тот человек, который сам и верит, и надеется, и любит. Живописные полотна, а также иконы панов техники эмали, работы, запечатлевшие людей и события, выполненные мастерами не только Ставрополя, но и Москвы, Ростова-на-Дону, Моздока. Свое творчество представили 40 художников. Елена Христосова, Артем Соломенцев, студия «Благословенный Кавказ».